там вот где сидишь сейчас, только человек с парашютом сидит уже. Я поднимаю повыше, отсюда он падает. Ага, ух ты. И там дальше уже делает, что будет. Ясно. Ага, а вы этим занимаетесь? Да, да. Просто что для этого нужен человек, который имеет лицензию. Ага. На парашют или на это? Именно на занятия. Хотя бы определенное количество прыжков должно быть. Ну вот, и у меня просто такая идея, я сейчас в Болгарии, с Израиля, передвигаюсь в Болгарию работать. Да. У нас в Израиле, чтобы получить вот первую степень вот этого, там же надо сделать курс, и потом что-то до 20 прыжков дойти, я прав? Да. Вот у нас это стоит... Там это немножко отличается, как и сразу, вот. Ну, в Болгарии, я так почитал, это мне гораздо дешевле, я очень хочу это сделать, как бы, для бейсджампинга, я понимаю, это еще возьмет долго, но хотя бы лицензию на парашют я бы хотел. Он снимает у нас, кажется, там... Да, видео. А, мы же я в ту сторону снимали. Так, подожди секунду. Я тут ждать. Вот. Я тут смотрю, что-то тут. American что-то Association, там чего-то. А в разных странах по-разному. Да. Тут же у каждого еще есть свои лицензии. Международные есть. Международные подают. Uh-huh. Международные подают. Ну, они тоже действуют во всех странах. То есть там кто-то их принимает, кто-то нет. Поэтому так, там довольно много различий. Понятно. Ну, в среднем главное узнать для той страны, в которой ты собираешься это делать. Ну там я это буду делать, я там буду жить ближайшие. Вот, поэтому для нее сдавай. А потом как это можно сделать международную? Или мне надо просто уже в каждой стране что-то подтверждать? Нет, потом нужно узнать в другой стране, о которой ты хочешь ехать, что для этого нужно удостоверение. Ага. В некоторых странах, как здесь, третьего мира, вот как вот здесь. Да. Часто просто это не обязательно. Ясно. Вот дал. И прыгай, это же твое дело, как приземляться. Это немножко проще. Больше случаев, потому что понятно, ты, понятно. Всякие прыгают. Теперь какие это, какие там что какую подготовку надо подойти, как бы я более про физическую. Там гибкость нужна особая или там сила, да, или просто чуть-чуть ну, маразма, только... чтобы быть достаточно дебилом, чтобы прыгать самолет. Нормально рабочий самолет. А, не, ну здоровье, слава богу, да, есть. Да, да, в таком плане. Поменьше страха. Хотя как будто наоборот страх это кайф, поэтому. Ну я как сказать, знаете, страх есть, но очень хочется. Значит, ну, как... вот, значит, нельзя же не делать, если боишься. Не, наоборот, нужно преодолевать. Да, 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 да. Это и есть работа над собой. Вот именно, вот именно. Прыгнул, потом уже как бы. Самое страшное это прыгнуть, потом уже выбора вот, особо нет. Ну я вот как-то тандем сделал один раз, очень понравилось. Хотя тандем это... Нету этого страшного момента, что надо решиться да, прыгать. Да, там как бы все вместе. Что, все люди аж на это забрали? Помогают. Ну надо сделать. Думаю, все, вот, 23 апреля у меня день рождения. И это будет мой подарок самому себе. Я уже тут надеюсь буду там. Даже философия такая есть. Борьба с самим собой это самое главное. Это самая сложная борьба, да. От тебя не убежишь. Да. Что все. Да, 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 да. Если нужно чувствовать это. Можно не прыгать через голову. Можно переборщить тоже. Можно, можно, можно. Но надо, надо, надо. Надо аккуратно. Ну надо. Надо. Попробовать надо. Это искусство.
резервуар для давления. А вы не местный, да, я так понимаю? Нет, Россия, Россия. Украина. А, ясно. Круто. И как вы тут оказались? Работа, пригласили. А. Компания работает. Ясно. А, вы, значит, ну фрилансеры, в принципе. Не, ну как бы тут договор. Ага. Здесь живем, здесь работаем. Ясно. Да, всем. Фрилансер там посвободнее человек. Ясно. Обязан здесь. Ясно. Фрилансеры чаще это там электроника связанная, компьютер обязан. Сайты там, еще что-то такое. Понятно. Мой тут работает? Да, тут рядом малышка. Ну да. Тут ему столько народу, что сейчас меньше. А, ну да, слава богу, не пришлось ждать. И парапланы зимой, да, летает все. Не холодно, не холодно. Ну, холодно. Ну нет, намного холоднее. Я могу себе... А, ну есть перчатки, да, лыжи, такие лыжные. Это, ну, мы родители, или папа, или брат. Не, понятно, я. Значит, не сильно все похожи. Значит, молодой. Да. Я подумал, что ты... Ну, это уже второй круг, или это еще все мой брат? Не, уже следующий. 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 Ну, давай, так. Понимаю, есть какая-то дистанция, которую надо держать? Надо же какая-то безопасная дистанция, или это не так? Я когда вечерние потоки, когда вечером, да, то уже... Почему очень часто все зависит? Нет, все плавно, там очень мягко все, и перейдем вниз. А, и вы там останавливаетесь? Да, у нас тут... Понятно. Подняться нельзя наверх. Там просто дольше все, потому что машина потом все это... Понятно. Назад ехать долго. Не, ну хотя думаю тоже вечером так вот вдоль реки так. Ну все обратно. Как бы оно отличается, ну посмотрим. Конечно, никто не. Даже первый раз это.